В скором времени будет презентован планшет для слабовидящих, разработанный группой молодых азербайджанцев. Проект рассчитан на людей, у которых серьезные проблемы со зрением, а также для людей, которые читают и пишут по Брайлю. Данный проект участвовал в конкурсе «Новая идея-2015» в Украине и взял 4-е место. Новый планшет будет называться «Брайль-пад». По словам руководителя проекта Рашида Алиева, отныне слабовидящие люди смогут свободно читать онлайн-книги, статьи, открывать различные сайты, в том числе социальные сети, даже смогут поговорить с друзьями и смогут полностью интегрировать себя в общество. «Брайль-пад» — это планшет для незрячих людей и для людей с ограниченным зрением, который позволяет, используя тактильный дисплей по алфавиту Брайля, считывать информацию через кончики пальцев. И не только считывать и читать книги, также через специальную клавиатуру вводить информацию, выходить в интернет, читать электронные книги, сайты, общаться двусторонне, посылать и принимать электронные почты. И он мобильное устройство, которое не зависит ни от какого стороннего устройства. Отметим, что впервые подобный планшет был разработан в Институте вычислительной техники Академии наук Китая. По сообщению института, в электронном гаджете используется такое решение, как устройство для ввода шрифта Брайля. Репортаж для вас подготовили Тимур Фазилов, Анара Газаде, Джадши.